В Самарской области в этом году на 9% снизилось число травм с тяжелыми последствиями на производстве. Статистику озвучили во Всемирный день охраны труда, который отмечается 26 апреля. Наблюдается и небольшое снижение по числу погибших – 50 случаев в 2016 против 52 в 2015. Самыми травмоопасными отраслями в регионе Государственной инспекции труда называют обрабатывающие производства, строительство и транспорт. Охотнее всего вкладывают средства в охрану труда нефтяники и предприятия химической промышленности. На рост травматизма влияет степень износа основных фондов. Этот показатель, по данным на 2016 год, для Самарской области составляет около 50%. В целом, в оптимально доступных и допустимых условиях трудится сейчас более 75% жителей региона. То есть этот процент он у нас вредных условий труда падает на протяжении последних лет, и улучшение труда происходит на рабочих местах. За последние 5 лет количество погибших в России, именно погибших, уменьшилось на 39%. Общее количество несчастных случаев снизилось, общее количество с тяжелыми последствиями на 7%.